Сколько градусов? Минус 15. Привет, Милена, привет. Когда обратно? Во вторник. Давайте вот окно вот еще. Вот вы сейчас поймете. Вот просто... Только собак сейчас слышно. Я туда хлебушка накидала, но белочки не пришли. Я хотела белочек покормить. Но они не пришли. Им, видимо, невкусно мой хлебушек. Почему так темно? Тут полярная ночь. Тут зимой до 12 января светло только с 11 до 2. Вот. До 2. В 2 уже все, темнота. Летом тут солнце в 2 часа ночи. То есть ты встаешь, просыпаешься, смотришь на небо, а на тебя светит солнце. Как люди там живут? Ну, вот как-то так. Будет зимнее солнцестояние вроде. Здравствуйте. Ой. Мы до вторника тут. Я приезжаю, в среду я иду сразу на съемки, дом 2, Новый год, в четверг у меня съемки ББ, Новый год тоже, и в четверг у меня еще вождение. Первый урок вождения у меня в четверг, и в пятницу у меня вождение, и в воскресенье у меня вождение. А еще мне надо встретиться с Полиной за все это время. Хотела бы там жить, нет. Время 15:44. Такое же время, как в Москве, ребятки. Вот можно вопрос? Вот можно, пожалуйста, узнать, когда вы перестанете писать про моего бывшего? Когда? Я никаким фильтром для фото не пользуюсь. Только ретушь лица. Губы кайф, спасибо. Я, кстати, не знаю почему, я начала очень дико запинаться. Вот у меня это где-то месяца два точно. Мне очень сложно разговаривать. Я запинаюсь, путаю слова, не могу выговорить их и заикаюсь. Почему так? Привет. Нравится Гриценко. Конечно, личное, не публичное. Как дела? Нормально. Чего зеваешь? Потому что влияет. Солнце видно только 2-3 часа в день. Как вы думаете, почему зеваю? Цвет помады супер. Это, кстати, вот я вам отвечаю. Это самые лучшие помады, которые я когда-либо видела. Вот. Так, это не та. Это другой оттенок. Вот эта помада. Вот сейчас у меня на губах вот такая вот. Банана Бьюти. Это оттенок Кофе Плиз. Офигенная помада. Она так хорошо держится на губах. И она не сушит губы. Она вот прям охрененная. Я не знаю лучше помады, чем это. Вот просто не знаю. И вот это Nana Naked, она была у меня 2 дня. Вчера и позавчера. Я теперь пользуюсь только вот этими помадами. Я даже на Никсовскую забила. Я не знаю, как так можно, но это самые лучшие помадки.
Вот два оттенка. А сейчас у меня вот этот. Териберку мы едем в понедельник. Где купить ее? Я отмечала. Банана Бьюти страничка есть. Банана Бьюти.ру. Там скидка будет. Я в сторис отмечала, где купить. Скоро у меня будет с ними розыгрыш, кстати. Ждите розыгрыша, возможно, вы сможете выиграть такие помады. Она вообще просто... Ничего на губах не остается. Только контур. Реально только контур. Потому что он не досох, видимо, еще. А, нет, потому что там карандаш у меня никсовский. Только контур печатается, потому что по контуру у меня никсовский карандаш. Если Аня не ругалась, они вот в другой комнате. Сколько стоит помада? Не помню, честно. Вроде три помады стоят вместе с карандашами 8 тысяч, вроде бы. Я не помню, комплект там 8 тысяч стоит. Или меньше, я не помню, ребят, зайдите, посмотрите. Сияние, к сожалению, еще не видели. Тебе нравится? А Ира почему не с вами? Потому что Ира беременна, ей летать нельзя. И потому что я дарила подарок Тане и Сереже, а не Ире. Скучаешь по Грицу? Пиздец, жить без него не могу. В Мурманске мы до вторника. Стрелки очень классные, спасибо. Есть права? Нет, я учусь. Мы общаемся с Ритой. Просто она живет далеко. Сколько стоит хлеб ржаной? Я не знаю. Сияние не увидели, к сожалению, еще. Я очень расстроена. Кстати, знаете, что я заметила? Что я поправилась так-то нормально. У меня хотя бы попа немного появилась. Небольшая, конечно, но она появилась. Ой, мне голова очень кружится. Видимо, дышать нечем. Бали. Кто-то мечтает о ребенке, кто-то мечтает о квартире, кто-то мечтает о, не знаю, там,
о штанах, о кофточке. Я не мечтаю ни о чем. Я не знаю, почему так. Извините, мне позвонили. Так, я продолжу свой монолог. Вот, у меня нет никакой вообще мечты. Ой, сразу столько людей вышло из-за того, что я ответила на звонок. Блин, сразу минус 500 человек, как мне позвонили. Вот. Только фильтр какой-то. Но у меня в комнате. Так, это без фильтров. Очень темно у меня в комнате, мне это не нравится. Ой, какие губы ужасные. Этот фильтр мне очень нравится. Как тебе реально? Я влюбилась в этого Максима. Я влюбилась в Максима Тихонова, или как у него там фамилия. Безумно нравится. И все. Я бы хотела с ним попробовать отношения. Если судьба, будем вместе. Не судьба, значит, другой будет. Очень красиво, спасибо. Блин, чесался. В каком районе в Москве хочешь жилье? В идеале Москва-Сити. А так, юго-запад. А можно побольше вопросов про дом 2? Нет, это не Гриценко, угомонитесь. Привет. Благовещенск, привет. Бля, вот вам самим не надоело про дом 2 писать? У вас жизнь только вокруг дома 2 крутится? Это вот насколько она скучная должна быть? Почему вы не можете задать интересные вопросы? Чтоб я поразмышляла ну, о чем-то, вам порассказывала свои мысли, свое видение. Почему вопросы про дом 2? Только дом 2. Сегодня в моей ленте, блядь, все прощаются с домом 2. Причем, знаете, самое смешное. Я стебусь таких людей, не буду называть их имя. Которые выставляют сторис, типа. Вот именно вот... Я пойму, когда там кто-то выставляет, там, знаете, все я...
надо. Нет, про дом 2. Если вы только из-за дома 2, со мной, пожалуйста, там, не знаю, что-то уйдите, пока, паку. А потом сами все сторисы о доме 2. Я, кстати, сейчас только начала материться. Вот спустя 17 минут эфира я только сейчас начала материться. Короче, давайте мне, пожалуйста, адекватные, интересные вопросы. Я вас сегодня порадовала, я разбавила вам ленту, не дома.